надеюсь, что-то там видно будет. Thank you.
Ну, вот как-то так. Тяжело с таким объективом, конечно. Вообще теперь, конечно, план ураган побежать на Таганскую, туда вот за дом за этот большой, и поснимать возврат техники после парада. Они там по марксистской поедут, но, блин. Наверное, нет, потому что в 9-го я буду технику снимать, самолетики снял. У них тут свой парад корабельный. Ну, в принципе, вот так вот и происходит. Репетиции. Да и сам парад. Снимал я и... Ну, фотографировал, вы слышали, и... Снимал я просто... Ну, свою камеру привернул к объективу синей изолентой. Надеюсь, сработает. Что-то там видно будет. Ну, посмотрим. Ну, надо вот в следующий раз технику, в общем, снять. Потому что я снимал ее на вечернюю репетицию. Там темновато было. Поэтому... Вот они там маршируют. Барабанят. Так вот на мосту, в принципе, можно стоять смотреть, но, в принципе, без разницы, что на этом мосту, что на набережной здесь, вот, в принципе, вот, а туда под мост не пускали. То есть вот эта набережная, пожалуйста, спокойно, а там вот, тот мост был перекрыт. То есть вот такая история. Ну, тут самолеты прямо, они вот... Видны над головой прямо сейчас запах этот. Или чей там корабельный. Значит, он так. Теперь пойду погуляю. Самое время, погода хорошая. Ох. Да, конечно. Объектив жесткий. Нужно этот какой-нибудь штатив или какой-нибудь зих. Давно не виделись, да? Привет. Вот, в общем, такая вот репетиция и чё, и вот так вот, да. В общем, до скорого, на следующих видео.
отменю. Ладно, не такой. По скрипам был. Хлопают овации там. За песенки трамваи ходят. С чистых прудов. Все, ладно, пока.